цены этих университетов, так, слева находятся цены за бакалавр, справа за магистратуру. Вот, если гуманитарные брать, то там самую выгодную цену предлагает Кёнганский национальный университет. И далее вот желтым отмечены те университеты, где наиболее приемлемые, наиболее низкие цены. И нужно еще учесть, что вот Кёнганский университет, он при IELTS 6 и топике 5 дает 100%. Этот регион очень славится тем, что тут находится около 2000 крупных корпораций, таких как Samsung, Hyundai, LG, SK. И вот частный университет Ульсан, он входит в пятерку там, в разные годы по-разному, но вот последние 10 лет он от 10 до 5 так варьируется. Корея считается хорошо, если вот до 70% студентов трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот эта десятка, у них вот 65-67, вот такой процентаж студентов имеет трудоустроение. Так, сейчас мы это все. А, еще забыл. Вот Чонгвонский университет. Сейчас мы подписали вот договор с этими университетами, и сейчас прорабатывается вот последняя стадия подписания договора того, что этот университет предоставляет бесплатные языковые курсы на бесплатные языковые курсы на сроком 9 месяцев, только условия, чтобы они поступили дальше на бакалавр. Далее тут программы, с которыми мы уже на протяжении 4 лет работаем, и у нас есть хорошее количество студентов, которые мы отправили по этим программам. В основном это вот летний лагерь от корейских университетов, стажировки, и также у нас через наш центр можно воспользоваться услугами медицинский туризм. Программы летнего лагеря, вот основные представители это Кукмин университет, также есть ряд английских деревьев, где можно детям от 14 лет до 20 лет пройти изучение английского языка с тур-программами. Это посещение океанариума, экскурсии по городам. Также вот Аджу университет предлагает свои летние. Вот тут основные характеристики университета Кукмин. Там интенсивные курсы корейского языка, 5 дней в неделю проводятся, а по субботам и воскресеньям у них различные туристические мероприятия. Тут далее представлено расписание. Стоимость программы там, вот, $1130 в четырехнедельном курсе. Так, тут English Village. Он расположен в 45 километрах от города Сеула, экологически чистый район. Полностью изолированный самодостаточный городок, где около 30 административных зданий, и каждый из них имеет архитектуру европейские вузы есть, и они точные копии этих вузов. Вот тут они представлены. Обсерватория, капители. Спортзал, клиники. Тут представлены комнаты.
частный бизнес получился. Не там не государственный бизнес, а частный бизнес. И также есть при частных вузах свои рекомендации. Стажировка. Во всех этих, в большинстве из этих университетов можно получить бесплатную стажировку на все представленные, имеющиеся у них факультеты, если студент знает корейский язык на уровне. Также они предоставляют на английском стажировки, это уже в индивидуальном порядке. Студент заранее пишет заявление, какой срок он хочет. Каким специальностям он хочет пройти стажировку. Университет Солнеч также предлагает стажировку. Там около 3 недель длится эта стажировка. Там они чередуются академические часы с посещением производственных цехов по машиностроению. Там им показывают на примере, как это все делается, какие шаги там. И студент там берет. Следующий институт – это медицинский туризм от мастера в стадии. Медицинский туризм и вообще сама медицина в Южной Корее очень развита. Тут приведена статистика, процентаж, сколько людей в один год обращаются вот, по данной сфере. И в Азии лидером является Южная Корея, до 400 тысяч человек в год они обслуживают. Тут также в другими странах будет также этот развитие. В основном это направление медицинские, диагностические и оздоровительные. Представителями, через кого мы осуществляем эту услугу, это компания Rainbridge. Достаточно крупная организация, имеющая наработанную базу и несколько лет на рынке предоставляет свои услуги. И имеет, тут приведены основные причины туризма, стоимость лечения, там, также у них технологии развиты, там им предоставляют широкий спектр услуг, всевозможные, от пластики, там, до лечения рака, там еще других заболеваний. Сюда обращаются по адресу поощрять, там за какие-то заслуги. При рождении это закладываются деньги девочкам. Видите, туда не без шва, без, да. Без челюсть там подровняет, нос, глаза. Бота, бота, бота. За деньги можно как раз родители делают тогда. Подешевно. Мы это знаем, да? Как это все осуществляется, клиент оставляет заявку, объясняет свой диагноз, потом предоставляется индивидуальная программа, индивидуальный подход к каждому клиенту, встреча с аэропорта, размещение в отель, личная консультация с врачом, то есть как под ключ говорят. Вот в основном. Спасибо. Если есть вопросы, у нас там, да, по-моему? У нас уже есть составы. Уже, да? Прямые рейсы пока 2 раза в неделю, но с июня они начнут чаще прилетать. Станасе
Да. Или специфически, или надо привыкать специфически, а ей узнан там сонтан. Прахтан на университет. Адаптация какая? Первое время. Шительдік университеттерге арналған арнайы өздерінің аспаздары болады. Және де олар сол Кореяның мысалы ұлттық тағамдарын барлығын кішкене Европалық жаққа ауыстырып, алмастырып, бірін-бірінен солайынан әдейі дайындайды. Себебі кез келген шетелдік адам Кореяның тамағын тез меңгеріп кете алмайды. Адамның өзіне байланысты. Сондықтан бұл жақтарынан да барлық жаңалық. Аш болса, ұдай.